Ну вот. Плохо, что коньки мы не взяли. Так бы в хоккей поиграли тут. Вот такой ледотик. Ну, почти сантиметр. Вот такое доброе утро. Вот, одного вытащил, вот следом сразу второго вытащил. О, леночек, ничего неплохой. Угу. Хороший. Но мы видели покрупнее здесь. Ну, мы про это будем молчать. Тихо, ты всех секретов-то не выдавай. Я же говорю, мы видели. А, видели, да. Мы только видели, мы ничего не знаем. Вот это самое большое, здесь больше нету. Вообще здесь рыбы мало. И делать тут нечего. Места здесь глухие. Что? Да, конечно. Ой, тихо, сейчас я возьму. Пойдет, давай. Обана. Полетел даже. О! Ну, неплохой, слушай. Смотри, а? Харузок. О! Вот отличный. Опа, 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 опа. Ничего ты ему футболил. Да волейболист, что ли? Не, я говорю, прикольно ты ее кидал. Даже не каждый так сможет. Рыба — это, конечно, хорошо и замечательно. Но сегодня у нас вот дичь. Слава нас порадовал своими выстрелами и убил первую в своей жизни утку. Котелочек закипает, бульончик, шулюмчик с утра. Да? Да. Сейчас сварим. Позавтракаем. И поедем рыбу ловить. Че, Слава, сегодня хоризов большого пропускаем? Конечно. Клинка большого ты поймаешь? По-любому. А утку опять грохнешь? Надеюсь. Вот, ну, нормально настрою человека. Начало дня. Вкусно. На еще бы. Вот такая вот дичь. Дичь. Первая добытая утка. Да. Вот. Очень вкусная. Надо поздравить человека с этим. Вот. Сегодня будет вторая, завтра третья. По дороге будет пятая, десятая. Ладно, все. Мы приступаем. Всем приятного аппетита. Что там? Что-то там это, что-то там есть. О. Классно, классно. Пойдем. Опа! Тихо, 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 тихо. О, смотри. Смотри, его кто-то это. Куца, во.
А? Ну это так, хороший вроде как. О, какой-то он покоцанный, что-то побитый весь. Ого, у него тут на бочине что-то такое непонятное. Да, по-моему, тот вчера, которого мы отпустили. Ну и так судьба тяжелая. Красивый. Набрызгал на меня. Я снял, как это было. Вон он, смотри. Совсем чуть-чуть. Вот такой венок. Вот у нас такой венок водится, не знаю, что-то его лимбо называют, что-то, блин, для купоносы. А сколько тут, не знаю, веса? Ну, двушки, наверное, нету, да? А, наверное, около. Около что-то есть. Приехали ловить хариуса сюда. Вчера хариус клевал, вот сегодня вот что. Вот такой вот перекат. Это мы уже где-то часов в 10 поехали, полдесятого, уже пятый час. Вот, наловили мы, можно сказать, за один. Также два линка, три фига. Ну, ведро вот можно сказать поймать. Вот это, в принципе, вот за день. Ну, больше ездили, конечно. Сплавлялись, но вот так. Ну за полдня, не за день же, да? За полдня. Да, за полдня с обеда. Да, в 10, да, с обеда и часов до 5 вот. Вот так. Ты счастлив? Ты. Ну, конечно, счастлив. Во, во. Первый раз человек поймал таких больших вот линков, он никогда не ловил. Ну и хариуса тоже вот сига такого большого не ловил. Вот такой у нас вечер перед отъездом завтра. Вот жарим рыбку. На сегодня на вечер, на завтра в дорогу. Настоящая северная сентябрьская погода. Блин. Ну вот, вот тут мы живем. Вот у нас печка. Вот так вот топится. Так, сегодня это у нас рис с овощами. Это вот мы рыбу жарили. Налима, короче, понажарили.
Вот еще печень на лиме жареная. Это вообще, короче, такая тема обалденная. Значит, соленая рыба осталась. Места тут хватает. Что у нас сегодня? Какое нас число? Годик, месяц, число, год, фамилия, имя, отчество. 131 день. Зачем сюда приехал? Что тебе тут нужно? Ты кто такой? Как тебя зовут? Где живешь? Адрес, фамилия, имя, отчество. Ничего не помню. Да, все забыл. В общем, дождь идет, но сейчас пока не идет. Вот мы тут уже. Вот такие у нас трубы. Сейчас уже печку разбираем, палатку убираем. Палатка отработала отлично во всех экстремальных условиях, да? И дождь тут был, и иней был, и мороз был, все было. Все работает, все отлично. Вот у нас еще дров осталось целая куча. У нас тут дровосек вообще реально нормальный, короче, вот рекомендую, если что, обращайтесь к нему. Слава нарубит, напилит, всех напилит и нарубит. Вот сейчас чьи-то тапочки догорают. Это, короче, это, настроя было, но так как груза много. От одного мы избавились, сейчас от того тапочки догорят. И мы поедем. Вот. Ну а сам он, короче, мы не будем говорить дело. Тайга большая, места всем хватит. В принципе, уложили все нормально. Даже еще можно грузануть. Если аккуратно уложить, привязать. Ну сейчас еще сами сядем. Погнали. Все, готов? Ну вот, все. Ехали мы, ехали. И что-то подзамерзли. В дождь еще попали по дороге. Сейчас костер разожгем. Погреемся потом дальше. Да. Вот оно тепло. Живой огонь.